Ольга Хаткевич пришла в джинсоманию в поисках идеальной классической модели. В этом магазине одежды покупательница впервые, но уже с порога отметила несколько плюсов. Большой выбор товара, приветливый персонал, хорошее обслуживание и доступные цены. Тем более, что дополнить образ можно сразу на месте. Продавцы помогут подобрать ремень, джемпер или джут. Теперь, признается бобруйчанка, за обновками только сюда. В других магазинах была. Ничего я не подобрала по вкусу. Тут мне предложили, наверное, 5 моделей, 3 из которых мне безумно понравились. Ну, пришлось остановиться на одной. Классическая модель, без лишних деталей, темно-синий цвет за 60 рублей. Подобрать мужские и женские джинсы по стилю, цвету, а самое главное по фигуре и комплекции здесь может практически каждый. Размерный ряд от 42 до 60. Ретро-классика, бойфренды, скини, слимы и джеггинсы. В джинсомании есть даже эксклюзивные турецкие модели. Они поставляются в Бобруйск всего в 3-4 экземплярах, а это в разы уменьшает риск встретить прохожего в таких же брюках. Авторская работа. Работа обойдется модникам в 120 рублей. Есть различные карты рассрочки, то есть это карта халва, карта покупок, магнит, карта фан, то есть наличный, безналичный расчет, много чего. Ну и нашим постоянным клиентам мы делаем, помимо того, что скидки, есть еще дисконтные карты 5-7%. В продаже есть подарочные сертификаты на сумму 50 рублей. Ассортимент обновляется каждую неделю. В торговом доме «Стрелец» джинсомания работает с 10 до 20, без перерывов и выходных. Купить фирменные джинсы также можно в Эстере и магазине «Тысячу мелочей». Мармелад Good Mood и Mint Beer, рисовые шарики 5 вкусов, инь-янь и виноградные улитки с натуральным соком. Аппетитными новинками продолжает радовать красный пищевик. Наравне с ассортиментом прошлых лет фабрика выпустила сладости для потребителей с самым изысканным вкусом. Впрочем, о бобруйских сладостях наслышаны гурманы не только других городов, но и стран. Его распробовали на разных континентах. Зефир бобруйский – это лучший зефир. И когда приезжает моя сестра, приезжает из Америки, я ее в аэропорт везу в город белорусской земли. Это зефир белорусский пищевик. Вот я ее в аэропорту встречаю этим зефиром. Но там она тоже находит возможность его купить. Мы любим этот магазин, потому что здесь натуральные всегда используются продукты. И вообще, как бы, я зефир люблю, и если я знаю, что есть такой красный пищевик, то, конечно, я покупаю только красный пищевик, а не другие. Сами живем в Минске, мы к родителям приезжаем часто, как бы, по ценнику бобруйский зефир почему-то дешевле, наполовину дешевле. Поэтому стараемся приходить. Зефир, ну, свежий, вкусный. Пробовали российский, в Европе пробовали зефиры. Не то качество. Красный пищевик лучше. Кондитерская фабрика расширила линейку зефира в шоколаде. Теперь он с ванильным и лимонным вкусом продается на развес и в упаковке по 230 граммов. Белые сорта сладкого и нежного лакомства с неожиданными гранатовыми, грушевыми и морковными нотками. А еще предприятие вернулось к выпуску пастилы. Все по классическим рецептам, но с разными ароматами. Яблоко, малина, клубника и лесные ягоды. Все остальное, что выпускало предприятие, в общем-то, у нас представлено в магазине по максимальному ассортименту. Наши технологии работают над новыми видами. Совсем вот буквально перед уходом в отпуск мы выпустили кофе в шоколаде. Очень пользуется спросом. Наши, в общем-то, покупатели распробовали товар и постоянно его спрашивают. И также клюкву в шоколаде. Торговый павильон «Красный пищевик» на Социалистической 94 работает с 9 утра до 8 вечера. Каждые 2 недели здесь приятная цена на воздушное лакомство, мармелад, дрожжи и халву. Сейчас сладкоежки могут порадовать себя зефиром в шоколаде всего за 7 рублей 10 копеек. Продлится такая акция до 11 августа включительно. Выбрать практичный подарок и обновить внешний вид смартфона поможет «Позитив сервис». Магазин предлагает широкий ассортимент модных товаров для гаджетов. Колонки, селфи-палки, защитные стекла, беспроводные наушники, геймпады и пауэрбанки. Здесь даже бамперы на любой цвет и вкус. Светящиеся в темноте с элементами антистресса и просто брутальные. Для любителей караоке – Bluetooth-микрофон. Такой девайс любителям всеобщего внимания, например, обойдется от 35 рублей. Можно подключить через Bluetooth, можно вставить флешку, как-то очень так же, как SD-шка, так же и USB-шка. И все, то есть включили. Позитив сервис также специализируется и на ремонте различной техники. Здесь все быстро, по демократичным ценам и с индивидуальным подходом к каждому клиенту. Опытные и квалифицированные специалисты ведут в строй телефоны, планшеты, навигаторы и ноутбуки даже, казалось бы, самыми безнадежными поломками. Начиная с самых простых, это обрезка сим-карты, настройка телефона и заканчивая сложным ремонтом, это электрический ремонт платы или достать информацию с устройства, которое уже фактически
практически мертвая. Естественно, на складе у нас достаточное количество запчастей, и поэтому большинство ремонтов мы стараемся произвести в самый короткий срок, потому что клиент, который сдает телефон, мы себя уже без телефона просто представить сейчас не можем, поэтому стараемся сделать все быстро. Есть такая услуга, как срочный ремонт, если того позволяет устройство, технические возможности. А еще в бутике, который расположен в торговом центре «Вестер-1», можно бесплатно подзарядить мобильный телефон и воспользоваться Wi-Fi. Постоянных клиентов здесь также ждут приятные бонусы и скидки. Работает позитив-сервис с 10 до 21 часа. Мария Бересневич, Андрей Богдан. Итоги недели.